Не верю. Неужели у нас сегодня пошел снег? Вот такую вот снежную красоту. Но снег мокрый, я вижу, что он мокрый. Снежную красоту снимаю у себя прямо дома из окна. Потому что вот под окном машинка моя стоит. Мой мангальчик из кирпичиков. Мой столик для отдыха. Мой небольшой огородик. И все, и соседних домов уже не видно. Сегодня 22 января 2020 год. В принципе, это не первая попытка зимы завалить нас снегом, но и, наверное, не последняя, но каждый раз неудачная почему-то. Аномальная зима в этот год. Очень аномальная зима. Вот, ничего не видно. Белый снег, белый мокрый снег, немножечко пуржит. Вы сейчас вместе со мной в городе Ярославле. Смотрите с окна первого этажа в районе Суздалки. С вами была я, Валекса. Пока-пока!